Всем привет! Кому-то, чтобы похудеть, нужно влюбиться. Для кого-то отличным стимулом станет новое платье или путевка на море. Но иногда все эти стимулы не дают желаемого результата. В этом выпуске «Будь в форме» мы расскажем, почему не удается похудеть и стоит ли практиковать разгрузочные дни. Многие из нас мечтают дожить до 100 лет, оставаться здоровыми и красивыми. Но почему-то начинать новую жизнь с физическими нагрузками и правильным питанием мы планируем с понедельника. Признайтесь честно, для вас этот понедельник уже наступил? Всегда. Всегда начинаю новую жизнь с понедельника. Начинала ходить в зал. Что еще? Правильно питаться, ну вот в этом плане. Я и так веду здоровый образ жизни, я так считаю. Культура по утрам, завтрак, обед и ужин. Ужин, как всегда, да, в рагу, как бы поменьше, покушать, и все нормально. Пытались, да, но я думаю, что если хочешь начать, то неважно, понедельник или какой-то день, недель, новый месяц. Лучше заново начать, и все сразу, с этого же дня, с того же момента. Я и так не здоровый образ жизни. Было такое, пока продолжаю в том же духе, стараюсь заниматься спортом, ну, и так далее. Вот на бокс начал ходить. Я не раз пыталась начать новую жизнь с понедельника, ничего не привело. Ну, еще питание было такое, что вот начинаю питаться лучше, качественнее, правильно. Но, скажем, обрывалось это очень быстро. Все время мы ем 70 год. Всегда с понедельника начинала. Понедельника никогда не начинала новую жизнь. Зачем ждать понедельник, если можно изменить сегодня, в эту секунду? Есть простой тест о продолжительности жизни, ответив всего на несколько вопросов которого, вы узнаете, сможете ли дожить до 100. Вы обязательно доживете до 100 лет, если, первое, вы не курите, не употребляете наркотики и не злоупотребляете спиртным. Второе, у вас нормальный вес. Третья позиция, если у вас окружность талии меньше 80 сантиметров, у вас есть все шансы дожить до 100 лет. И, уважаемые мужчины, если у вас окружность талии меньше 94 сантиметров, у вас тоже достаточно высокие шансы. Назревает вопрос, почему следить нужно именно за объемом талии. Оказывается, это то место, где жир скапливается легче всего. На первых порах лишний вес, присутствующий в подкожных слоях организма, существенно не влияет на состояние здоровья. Скорее доставляет дискомфорт. Проблема под названием ожирение возникает из-за избыточных отложений висцерального жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов брюшной полости. В небольшом количестве он присутствует в организме каждого человека и защищает органы от возможных внешних повреждений, а также является запасным источником энергии. Но вот переизбыток висцерального жира грозит его обладателю серьезными проблемами. Висцеральный жир, который начинает фактически, когда его становится много, управлять человеком. Он производит гормоны, гормоноподобные вещества. В организме человека происходит дисбаланс, появляется риск заболеваний сахарным диабетом, онкологических заболеваний. Следить за своим весом не составит большого труда, если пересмотреть свой рацион питания. Специалисты советуют не сидеть на диетах, а ввести в меню продукты, способствующие похудению и качественному насыщению организма. Объем употребляемых овощей и фруктов, так называемые рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, 5 порций, то есть 500 грамм. Многие считают, что это много, а это совсем немного. Одна порция, один средний, скажем, апельсин – это почти 200 грамм. Вот вам, пожалуйста. Один средний банан, один огурец – вот еще по 100 грамм. И хочу сказать, что никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни. Еще одним действенным способом контролировать свой вес является практика разгрузочных дней. Об этом, конечно, можно почитать в интернете, но лучше воспользоваться советами диетолога и фитнес-тренера. Что же такое разгрузочный день? Конечно же, это не полное исключение еды из нашего рациона, а это употребление одного продукта в небольшом количестве, около 1,5 килограмма в день, дробными 5-6 раз в день порциями. Разгрузочные дни, они могут устраиваться не чаще одного раза в неделю и, конечно же, практиковаться только здоровыми людьми, у которых нет хронических заболеваний. Разгрузочные дни бывают белковые, углеводные,
и жировые. Мы рассмотрим наиболее популярный вариант, подходящий для новичков в этом деле – белковый. 100 грамм мяса, и которое делится на 5-6 порций, и к нему добавляется на каждую порцию по 100 грамм овощей – белокочанной капусты или огурцов, помидоров. Разгрузочные дни стоит проводить тогда, когда вы накануне обильно поели. Потребление воды очень важно также для похудения. Углеводный разгрузочный день – также хороший способ избавиться от нескольких лишних килограммов. Проходит он на кашах – гречневой, рисовой и других. Или в течение дня можно кушать овощи – огурцы, капусту и фрукты, например, яблоки. Такая разгрузка отлично очищает кишечник. Организму нужно обязательно какое-то очищение. Поэтому в разгрузочные дни я употребляю малую калорийность, часто кушаю. Лучше проводить эти разгрузочные дни, стараться раз в неделю. Даже если вы питаетесь правильно, придерживаетесь какому-то режиму, здоровому образу жизни. Во время разгрузочных дней нежелательно силовые тренировки. Я бы порекомендовала пешую прогулку, там 2-3 километра, разрядку дома, просто для бодрости в течение дня. Активная тренировка в зале во время таких дней не рекомендуется. Но вот зарядку никто не отменял. Чтобы немножко разогреться, обычное упражнение, которое мы можем выполнять дома, прыгаем ножками и одновременно поднимаем руки. Можно 20 раз. После того, как мы разогрелись, мы делаем обычную стандартную разминку на все тело. Не спеша разминаем руки, выполняем круговые движения головой. Теперь разминаем плечи, делаем до 10 вращательных движений вперед и назад. Следующее упражнение – махи руками. После разминки мышцы необходимо подтянуть. Исходное положение – одна рука перед собой, другой рукой тянем пальцы кисти к себе. Продолжим растяжку. Заводим одну руку за плечо и придерживаем ее другой рукой. Подтянем мышцы руки в позиции с поднятым над головой локтем. Выполняем круговые движения тазом, правую сторону вперед и вверх. Чтобы потянуть мышцы ног, поднимите колено, обхватите его руками и плотно прижмите к себе. Постойте в таком положении минуту. Обхватите ногу руками за спиной и потяните носок на себя. Выполняйте растяжку на обе ноги. Выпад на правую ножку глубокий. Ручки можно перед собой. Покачивания такие делаем. Потом ножку заднюю ставим на носок. Ручки на пол. Также качаем. Затем заводим правую руку под колено и выполняем скручивание. Далее подтянем заднюю поверхность бедра, выпрямляем ногу, наклоняемся и тянем носок на себя. Для следующих упражнений вам понадобится коврик. Делаем наклон вперед, к правой, к левой. Еще в середину. Соедините ноги, выполняйте наклоны вперед. Зафиксируйте положение, обхватив руками пятки. Следующая позиция – лежа на боку. Поднимаем ногу перед собой, далее усложним задачу. Отводим ногу вперед, вверх и назад. Выполняем упражнение на обе ноги. В завершении упражнения зафиксируйте ногу в вытянутой позиции. Потяните носок на себя. Вы прикладываете все усилия, но лишний вес никак не уходит. Почему так происходит, нам поможет разобраться Янина. Тут нужно разбираться, конечно, в комплексе. Иногда бывают какие-то проблемы со здоровьем. Там, например, там нужно сдать гормоны. Если все в порядке со здоровьем, пытаться экспериментировать. Добавлять больше белка или наоборот. Убрать, может быть, углеводы. Или просто попробовать не кушать сахар. В беседе с тренером выяснилось, что причиной лишнего веса могут стать даже наши переживания по этому поводу. На нервной почве человек может... Не то, что вес может стоять на месте, человек может поправляться, хотя в течение дня он много не ест. Поэтому, конечно, самое главное – нервные срывы, то, что вас раздражает, стараться как-то это все урегулировать. Налегая на салаты, на овощи, на нежирное мясо, на орехи или крупы, мы перестаем контролировать порции. Также для организма переход от одной еды к другой является стрессом. И вот именно организм реагирует на стресс путем запасания. Обязательным элементом для похудения является сон. Спать желательно все-таки не меньше 8-9 часов в сутки, потому что это не только будет польза для организма, как и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так и мы будем откровенно меньше есть. Кроме того, должна быть мотивация.
Потому что все-таки вести здоровое и правильное питание – это не на один день и не на неделю. Это фактически на всю жизнь. Не так страшна проблема, как мы ее рисуем. А лишний вес – не приговор, а только стимул быть в хорошей форме. Я уверена, у вас все получится. Делитесь со мной своими мнениями в комментариях. Пока-пока!